Друзья, всех вас приветствую на моем YouTube-канале, меня зовут Артур Романов. В этом видео мы с вами поговорим о матче Лиги Европы, где встречаются между собой такие команды, как Лейпциг и Рейнджерс. В данном видео я постараюсь за максимально короткий промежуток времени рассказать всю важную информацию по анализу данного матча, ну и в конце также объявлю свой прогноз на данную встречу. Слушать его или же поставить по-своему, дело всегда ваше, не забывайте, что ставки на спорт это всегда риск, поэтому ставьте с умом. Итак, Рейнджерс — это та команда, которая любит играть в открытый зрелищный футбол, они это уже не раз показывали, и как раз таки можем провести параллель с другим матчем, также из Лиги Европы, но из другого этапа, с Дортмундом, где они забили в каждом из матчей по 4 гола, то есть в общей сложности в матчах с их участием было забито минимум 4 гола. Что касаемо их оппонента Лейпцига, то Лейпциг тоже играет довольно открытый футбол, да, у них не всегда получается много забивать и не так уж и результативно проходят матчи, но моментов в каждом матче действительно очень много, как это, например, было в встречах с Аталантой, где было огромное количество моментов, но не так уж и много реализовалось. Я думаю, что в данной встрече мы с вами видим много голов, все-таки обе команды предпочитают открытый футбол. Я думаю, что здесь мы с вами видим минимум 3 гола. Моя ставка на этот матч тотал больше 3 мячей. Я свою ставку по такому шикарному коэффициенту делал в букмекерс-конторе MLBet. Если вы хотите ставить надежное БК, то ссылка будет закреплена в комментарии, а по промокоду сможете получить еще и удвоение первого депозита. Что ж, друзья, вот такой прогноз лично от меня вы получаете. Что думаете вы по поводу данной встречи, пишите в комментариях, будет интересно прочитать ваше мнение. Ну и также не забывайте ставить пальцы вверх, подписываться на мой YouTube канал. С вами, как всегда, был Артур Романов. Всем удачи, всем пока.